Продолжаем рубрику с гирями. Ребята начали просить, некоторым понравились мои упражнения с гирями, кому-то понравились, кому-то не понравились. Но тем не менее, несколько ребят попросили меня показать упражнения с гирями на пресс, что можно сделать на пресс. Разумеется, вариаций очень много, но я сегодня покажу, если, например, вы находитесь дома и у вас ничего нет, ни скамейки, ничего, кроме пола, да? Ну что я рекомендую, немножко, может быть, мягенький пол. Я сегодня сделаю на татами, покажу вам всего лишь два упражнения, которые я предварительно проверил, что пресс действительно работает, реально хорошо закачивается. Поэтому сегодня у нас вот ребята мордобоем занимаются, будут мне немножко мешать, но тем не менее. Ну вот смотрите, что я делаю. Значит, конечно, можно использовать партнера, но если вы находитесь дома один, вот берем 14-килограммовую гирю, у меня просто 16-килограммовой нет. И все, что я делаю, ножки ровненько, держу ее на уровне груди и пошел. Да? Может быть, показаться, что я делаю инерционные движения. Если вам очень тяжело, действительно можно немножко гирю подать вперед, и получается инерционное движение, тем самым тело поднимается. Но здесь очень важно хранить ноги на полу. Вытянутые пальчики. В таком положении работает низ, центр и верх. Пресс. Я лично чувствую, как все мои 8 кубов отлично напряглись. Вот одно упражнение, которое можно делать, конечно, максимальное количество повторений, там, до 25, до 30. Мне хватает 16, у меня кубы большие, прокачанные еще с молодости. Вот, соответственно, они у меня очень быстро забиваются. И второе упражнение, которое я рекомендую, оно тоже не такое сложное, но тем не менее, если делать его технически правильно, как я показываю, очень хорошо прокачиваются все прямые мышцы пресса и 8 кубов. Вот, смотрите, что я делаю. Ручки прямые. 7, 8, 9, 10. Вот в этом положении у меня задействованы нижние кубы пресса в большей степени, нежели все 8 кубов. Вот именно в это. Я довожу коленки до уровня пупка и также вытягиваю ножки, натягивая пальцы ног 45 градусов от пола и назад. Потом можно гирю положить и добить. Скажу вам, что наряду с гипертрофией пресса делается также статические напряжения, что усиливает выносливость вашего пресса. Это очень хорошо для бойцов, там, для каратистов, для боксеров. Итак, два упражнения, ребята, попробуйте по 3 подхода, 14-16 повторений, я уверяю вас, пресс даст о себе знать немножко позже. Это был Папа Смит для ребят, для любителей гири, у меня было 14 килограмм. Выдавите Папа Смит свой пресс. Да, ну его нету, и свет здесь плохой, я его практически не делаю. Всем привет, до следующего раза. Бля. После того, как я показал вам упражнение, два упражнения на пресс, те, кто не знает, у меня 9 мм грыжа L4, L5, межпозвонковая, которую я практически излечил. Но, показывая вам это упражнение, сейчас я возбудил, так сказать, свои болевые точки. И теперь я ловлю отходняк в статике элементарной. То есть, если у вас почувствуется болевые ощущения в нижней части спины, поясничный отдел, то восстановиться можно именно вот таким путем. Становитесь в статику, в планочку, и не более одной минутки постойте именно вот в таком положении. Восстанавливается кор, все прямые мышцы спины напрягаются, как струночка, и возвращают
все позвонки в исходное правильное положение. Я также предпочитаю стоять вот так. Так у меня еще задействует и плечевой пояс. И расслабляется поясница очень классно. Когда-то я восстанавливался именно вот так. И я считаю, что это упражнение содействовало моему выздоровлению. Так что пресс с гирей хорошо, но большая нагрузка на поясничный отдел. Окей, всем привет! When I'm on stage, I want you to call my name. Call my name.